С минуты молчания сотрудники Даугавпилсского участка полиции начали мероприятие, приуроченное к их профессиональному празднику. Служба государству и обществу – опасный и сложный долг. И за 99 лет существования государственной полиции без потерь не обошлось. Поэтому воспоминания тех, кто погиб на службе, и чествование тех, кто проявил себя – две неотъемлемые составляющие празднования Дня полиции. Вручение наград обычно происходит в юбилейные или праздничные даты. Это день провозглашения Декларации о независимости Латвии в мае, 18 ноября и в День полиции. Хочу поздравить работников государственной и муниципальной полиции, а также тех, кто находится на пенсии по выслуге лет с профессиональным праздником. Почетные грамоты, благодарности, нагрудные знаки. Предусмотрены разные способы поощрения сотрудников полиции за хорошую службу. В честь профессионального праздника они были вручены 9 полицейским Даугавпилсского участка. Это грамоты от Министерства внутренних дел и от главы государственной полиции. Есть и не столь высокие награды, но не менее ценные. Благодарят сотрудников полиции за службу городское и краевое самоуправление и даже школы за превентивную работу. Людей за их работу, я считаю, надо поощрять. То есть чем человек лучше работает, ну, хорошо работает, добросовестно работает, старается качественно выполнить свою работу, да, таких людей надо поощрять. 3 января Анатолий Ковалев отметит 33-летие службы. И, судя по знакам на его груди, служит он достойно. В первую очередь пожелал бы молодым коллегам, в первую очередь, продвижения по службе, более легкой работы, более хорошего отношения людей к работе полицейских, ну, чтобы в семьях у них было все хорошо. К сожалению, статистика такова, что в Латгалии происходит почти в два раза больше преступлений, чем в других, меньших по территории и краях. Поэтому работа, которую выполняют сотрудники Даугавпилсского участка в частности и Латгальского регионального управления в целом, очень сложная, но при этом очень нужная. И не зря большинство поздравлений в их профессиональный день сводится к пожеланию сил и выдержки.